Всем доброго утра. У нас 8:30, дети еще спят. Гришка вчера выучил все уроки, поэтому сегодня мы можем поспать подольше, вернее они. У меня уже 2 дня ранние подъемы, я просыпаюсь в 6 утра, делаю зарядку. В общем, не знаю, что-то у меня такое настроение, не знаю, насколько меня хватит, надолго ли или нет. Но пока вот так вот. И с очень хорошим настроением потом хожу целый день. Если честно, мой муж это тоже заметил. Вот. Так что сейчас загрузила посудомойку. Уже даже успела накраситься. Сделала себе такой дулькин хвостик. И сегодня у меня по плану пряники. К 14 февраля. Вот. Поэтому будем их готовить. Кушать не надо ничего готовить. Борщ есть и гречка еще с мясом. Мясо, кстати, очень-очень вкусное. Вот этот вот соус, намешанный из всего, оказался обалденным. Так что начинаем! К сожалению, погода не такая радостная. Вернее, не такая уж и плохая. Дождь идет. Я сначала не поняла, что это такое. Прям слышно очень, что он лупит. И оказалось, да, что это все-таки дождь. Я думала, что это ветер такой сильный. Термометр непонятно, то ли 0, то ли минус 1, если честно. Но холодно, я так думаю. Башка, ты с Колей его не перепутала? Ты же за лялечка такая. Лялечка, думает о чем-то. Да? Ты еще не проснулся, сына? Присыпайся. А Антонио ж где? Антон где? Спит. Спит Антон еще? Теперь у бабушки 2 ляли, да? Бабушки теперь 2. Угу. Ну что, будем пить священную водичку? Башка нам привезла. Угу. Да, и про свирочку сейчас покушаем, да? Так, у меня сегодня пряники по плану. Думала одни сделать, но потом увидела этот ловес и буду делать ловес пряник. Такой вот сердечком с надписью ловес желтенькой. И будут жвачки маленькие ловесы лежать в коробочке. Ну, партию запорола прям ой-ой-ой, потому что включила конвекцию, поставила на 10 минут и ушла. И посмотрите, они попригорали, поэтому эти будем есть сами. Представляете, дождь и -1 был, посмотрите, все обледенело вообще, все просто во льду там. Папа говорит, дорога очень скользкая. Что происходит у вас, молодой человек? Мы пойдем кушать борщ? Да. Ну давайте, зови всех братиков, хорошо? Братики, просыпаемся и машем. Что, будем обедать? Вернее, детки, обедать. Я пошла сейчас вещи поглажу. Хорошо, чай закончился, поэтому будем пить компот. Куда? Папа повезет Гришу, потому что там обледенение. На дороге тоже обледенение. Я не поеду на машине. У мамы нужно еще на летней резине. Почему? Мама-то на зимней резине, но я не думаю, что здесь на хуторе ее посыпали дорогу. Если честно, это... А ты там есть? Хлеб с маслом? Да. Только ты садись, хорошо? Вот так, молодец. Ладно, сколько же нужно? Ну, чем-то должны посыпать, а но ну, там... А, тут раз это, либо солью, или... А, песком тут раз это, так, это, стоял, взял, выкинул. Вот так, давай. Ты тетя Ане привет машешь? Я сейчас буду гладить вещи, пока дети кушают. Включила утюг, как всегда, открываю себе окно и смотрю... Что там происходит? А там идет дождь, и сразу же леденеет. Весь забор вот тоже во льду. В общем, все во льду. У нас какое-то обледенение. Прянички готовы. Я все под проектором написала. Love is. Сердечки. Сейчас делаю айсинг. Вернее, я уже его взбила. Взбивала 2 минуты. 150 грамм сахарной пудры. 1 белок. И... несколько капель лимонного сока. Вот, теперь жду, пока выйдут все пузырьки. Глажу вот так вот. Айсинг немножечко. И сейчас буду делить его на 2 части, потому что
У меня будет красное сердечко и желтая надпись Love is. Поэтому всю весь астинг разделю на две части. Я окрашу его в красный и в желтый. Думаю, или красный, или розовый делать. Посмотрим по настроению. Может быть, розовый даже сделаю. Прянички теперь высыхают, и буду их еще немножечко обводить для яркости. Немножечко черным обведу саму Love is. Уже пора готовить ужин. Сварю спагетти Бариллу и пожарю капусту. Вчера от борща осталось, мне показалось, что в борще очень много капусты. Поэтому вот это вот сейчас пожарю с морковкой, с луком и с перчиком болгарским и с томатной пастой. Капуста уже здесь с овощами, с луком, с морковкой, с болгарским перчиком вот так вот обжарилась немножечко. И буду сейчас воду с томатной пастой сюда добавлять. И заодно уже вода на макарошки закипела, буду их забрасывать. Опять все готовлю. В общем, уже здесь томатная паста. У меня вот такая вот кубаночка с водой разведенная, залитая сюда. И спагетти готовятся. Они вот такие, не спагетти, а какие-то плоские, в общем, такие макарошки. Не знаю, что на меня нашло, но опять радио, опять включила на НТВ Плюсе радио и слушаю. Где тут Брюкин хвостик. И танцую. И дети тут приходят, периодически со мной танцуют. Не знаю, телек меня, если честно, отвлекает, не могу прям куда-то оторваться. Нужно досмотреть, а тут радио чисто на фоне, поэтому мне прям нравится. Так, папа нам что тут купил? Хлеба, молока. Все, домашнее молоко пока брать не будем. Как это называется? Корова запустилась? Запустилась. Ага, ну короче, молока домашнего нет, поэтому будем пить такое и кефир. Кто это? Я тебе же покупал, помнишь? Если в небе земля одной, их так любишь ты, эти белые цветы. Я люблю тебя до слез. Тебе нравится песня, пап? Рыба. Вот рыба. Где рыба? Вот рыба, это рыба. А где Афоня? Водка. Да. Пить компот. А кушать спагетти и тушеная капуста. Что этот мальчик хочет делать? А то у папы. За папой соскучился? Да. Пойдешь ему помогать? Да. Ну хорошо, давай. Тебе помочь одеть штаны? Да. Давай. Он один, а да, ой. А на домик, а это один папы, нам, а да. Тебе нравится одевать перчатки? Да, отец его говорит и так. А, вот такие перчатки нравятся? Они как часики? Ну да. Ну как, у тебя все домики? Ну да. Совпали? Да. Но одел. Мало. Все, одеваемся шапку дальше. Сынок? Ты придешь ко мне? Да. Папа в мастерской. Ага. Давай я тебе свет тут включу. Все, там еще все видно. Только аккуратно, хорошо? Ага. Все, беги. Ага. Так, я продолжаю делать пряники. Гриша уже привезла. Еще 4 пряника лавы сделаю, потому что... Потому что остался айсинг. И как... Афонечка, не кричи, пожалуйста. И как раз вот на, получается, розовый возделала 8 пряников таких больших. И вот сейчас как раз желтым еще Love is напишу. И все на сегодня. Афонь, ты куда собрался? Обои. Так у тебя какой пояс? Коричневый. Да, вот. Я думала, черный. А, да, черный. Так и что за обои это, Афонь? А это... Страшный бой одним словом. Так и бой, когда там воздух. Да? Да. Все, иди, воюй. Все, пока.
Мы будем помнить. Да? Вот это да. Это что, бой? Да, я там. С глазами. А ты что же одеяло притащил? Так, все, всем спокойной ночи, мы спать. Дети могут посмотреть телевизор. Так, русский ниндзя. Стелимся хорошо. Никого нет, да.